Україні стартував опалювальний сезон. Але багато хто з людей жаліється, що квартири у них до сих пір холодні. А чи тепло у вашій домівці? Будемо дізнаватися. Холодно, звісно. А куди може бути тепло, якщо не топить? Кожен день дивимося на цю трубу, коли з неї дим піде, а диму немає. Одягаємося все, що є тепле, і не топить. І от це ж, як ще сказав по радіо Гройсман, що... Разрешили им продлить на две недели. Вот они раньше, чем через две недели, не затопят. Очень холодно. Есть отопление? Нет. А как вы думаете, почему до сих пор нет отопления? Не знаю. Но я камином пользуюсь. То есть греетесь камином? Да. А вас сильно огорчает, что вот нет отопления до сих пор? Я как бы об этом не задумывался. Холодно, ничего. Детей нету маленьких. Старый. Укрываемся потихоньку, когда спим, а что делать? То есть вас не сильно огорчает, что уже 18 октября, а отопление еще до сих пор нет? Не сильно, действительно, что не сильно. Так, терпимо. Терпеть можно. Старикам, а что делать? Уроки длятся по 30 минут, как бы, и в дальнейшем, я думаю, или включат отопление, или же, ну, будут какие-то каникулы, или что-то типа такого, карантин какой-то. Холодно, не топят, вообще не топят, еще не, даже не затапливали. У нас не топят в квартире. Как вы согреваете? Вон камин поехали купили. Будем греть электрокамином. А как вы думаете, с чем это связано, что вот уже сегодня 18-е, слава богу, отопления нет? Ну, я как бы знаю, поэтому, вот, но говорить не буду. Ну, а с чем это хоть связано, чтобы хотя бы мы поняли, чего так происходит? Ну, видать, у них там не договорились. Там начебто й домовились, адже в міськраді ще 17 жовтня дали розпорядження розпочати опалювальний сезон на всіх об'єктах житлового фонду, а теплопостачальним підприємствам розпочати пуск котелень для подачі тепла. В першу чергу це мало стосуватися садків, шкіл та інших соціальних закладів. Та це викликало велике обурення та обговорення у соціальних мережах серед мешканців міста, зокрема у батьків, адже батареї у школах та дитячих садках залишилися холодними. У нас в школі дуже холодно, сидимо в курточках і з-за цього сократили уроки. А коли перший день сократили, вчора чи сьогодні? Молодшим класом вчора сократили, старшим сьогодні. Дехто власноруч закуповував теплообігрівачі для того, щоб в класах було хоч трошки тепліше. Дехто поставився до цього із гумором. Ми з'ясували, що в 9 дитячих садах Миколаєва здійснений пуск тепла. Йдеться про дошкільні установи, де індивідуальне опалення. У 7 з 9 – газові котельні, у 2 – вугільні. Всього в Миколаєві функціонують 90 дошкільних установ, з яких 74 – комунальної форми власності. Ні, в садіки тепло, ми тут в сад ходимо. Тепло, тепло, добре. Вже можна розділитися? Так, звісно. Не замерзаєш в саду, Зай? Не замерзаєш? Ні. Не холодно тобі? Тепленько? Да. Валерій Костянтинович розповідає, що вдома з дружиною сплять навіть не роздягаючись, та й зігріваються як можуть. Не включать скоро. То наш город не готовий к отопленню, не готові труби там і прочее. Нікуди. Зараз ми з Василем Костянтиновичем спробуємо додзвонитися до працівників котельні, достукатися до них для того, щоб дізнатися, коли ж вже буде опалення у будівках. Отож, давайте спробуємо. До нас мають вийти працівники цієї котельні і пояснити нам, чому 18 жовтня до сих пір немає опалення у квартирах. Дзвонимо і чекаємо. Кивалися, панором сидять, спеціально їм дали команду спрятатися, нікому не відкривати. Ми власноруч вирішили перевірити, чи є опалення в батареях і чи по-справжньому вони теплі. І якщо в день за вікном лише 5 градусів тепла, то в приміщенні поки що не набагато тепліше – лише 10 градусів. Тож працівники на своїх робочих місцях гріються як можуть – чаєм або одягаються тепліше. Так, звісно, холодно, согріваємося, п'ємо чайочок. Включаем обогреватель, но есть еще один как бы полезный совет. Если очень холодно, можно налить водичку в бутылочку, ну это как бы один из вариантов согрева. Чиновники пояснюють, що проблема у відсутності номінацій, лімітів по газу у наших теплогенеруючих організацій. Отож, коли з'явиться тепло у наших домівках та чи буде по-справжньому тепло, запитаємо у гостя програми.
Ну що ж, дорогі друзі, ми продовжуємо тему, і тема тепла дійсно є нагальною сьогодні. В соціальних мережах це вже не жарти, тому що всі активно починають вже звертатися до мера Сенкевича про те, щоб якось пришвидшити варіанти з тим, щоб потеплення в будинках наших з'явилося. Як дехто жартує, поки що, коли з'явиться тепло у наших оселях, тоді, коли з Франції прийде Сенкевич. Ну, це, звичайно, жарти, але люди мерзнуть, тому ми вирішили зв'язатися із виконуючим обов'язки директора Миколаїв Теплоенерго. На жаль, сьогодні не вийшло поспілкуватися в ефірі, проте скайп-зв'язок нас сьогодні врятує, оскільки в Києві зараз вирішуються ці питання стосовно пришвидшення початку опалювального сезону. Зараз встановлюємо зв'язок, я думаю, що ми зараз і почуємо, усе почуємо. Тим паче, що основні питання – це коли з'явиться тепло. Телезрителі, виконуючий обов'язки директора Миколаїв облтепла. На сегодняшний день, согласно распоряжению городского головы, начат отопительный сезон в городе Николаеве. По нашему предприятию на сегодняшний день из 105 котельных начало исключение на 24. В первую очередь мы сегодня подключаем детские сады, школы и оздоровительные учреждения, медицину. Проблема на сегодняшний день, наше предприятие еще не имеет договоров и лимитов на газ. Значит, договора и лимиты на газ должны быть предоставлены на Нафтогаз. Я, честно говоря, не могу присутствовать на вашей телепередаче. Почему? Потому что нахожусь в это время на Нафтогаз, слежу за подписанием договора. Договора эти находятся с 1 октября 2016 года в Нафтогазе. Сегодня мы постараемся до конца недели получить эти договора для того, чтобы начать уже отопительный сезон и включить котельные, которые отапливают население и коммерческие организации. Сегодня, я думаю, кабинет министров уже принял решение и постанову о том, чтобы Нафтогаз предоставил нам лимиты и подписал договора. Я думаю, решение этой проблемы будет в ближайшие 2-3 дня. Параллельно мы, так сказать, начинаем пробные пуски на объектах населения, по населению и оздоровительных учреждений. Я хочу набраться, чтобы вы набрались еще терпения. Буквально в ближайшие 2-3 дня мы запустим все наши 105 котельных, и в ваши дома придет долгожданное тепло. С уважением, Бородин Виталий Анатольевич. Дякуємо вам. Нагадую ще раз, що коментар надав виконуючий обов'язки директора Миколаїв Теплоенерго, який зараз знаходиться в Києві. Ми зараз знаходимося в Миколаєві і поспілкуємося з нашим гостем, який завітав до нашої студії. Олексій Робожинський, експерт з утеплення споруд, сьогодні у нас. Добре утро вам. Добрий день. Хотілося б, знаєте, вже від вопросів, коли ж почнуть топити, перейти к вопросам більш практичним, як можна все-таки обезопасити свій дом в плані того, що сохраняти, як там тепло. Я думаю, що ви нам сьогодні об этом і розкажете, тому що вы в этом деле эксперт. А какие есть варианты на сегодняшний день для того, чтобы утеплить свой дом? Нет разницы, это многоэтажка или это частный сектор? Ну, основные виды утеплителя на сегодняшний день – это пенопласт, который в большинстве случаев используется. Также используется такой вид утеплителя, как экструдированный пенополистирол и минеральная каменная вата. Есть различия в их функциях и способностях. Ну, самое главное, что они дают тепло нашим домам. Давайте, наверное, по каждому варианту мы пройдемся, тем более, что у нас есть и фотографии, примеры того, как выглядит тот или иной вариант утеплителя. По поводу первого, да, пенопласт, то, чем сегодня обклеивают многоэтажки чаще всего. Этот вариант, насколько он эффективен? И вот даже из этих трех вариантов, что лучше всего использовать? Ну, пенопласт на сегодняшний день самый распространенный вид утеплителя по одной из простых причин, потому что он самый дешевый. Ага. Сейчас мы тоже видим на экране вот эти варианты, как утепляют. Да. Вот сделайте, пожалуйста, стоп-кадр, и мы сейчас покажем, как этот вариант делается. Да? Это утепление высотных работ была изображена картинка. Утепление отдельно стоящих квартир в многоэтажных домах.
То есть это эффективный метод, но недостаточно эффективен для экономии всего дома. То есть каждая квартира, которая это сделала, получит от 3 до 5 градусов тепла. Но если говорить в целом о доме, об экономии теплоносителей, то, конечно, лучше всего это делать коллективно, массово, по всему дому. Есть у нас также вот вариант, как эта обшивка делается. Попросим сейчас вывести тоже на экран, чтобы увидели телезрители. Вот по слоям. Что, как оно крепится? Ну, важный момент – это качество материала, используемого для утепления стен. То есть, если говорить о пенопласте, это должен быть пенопласт плотности от 15 до 22 килограмм на метр кубический. И важна правильная технология выполнения работ. Не стоит экономить на материалах, стоит выбрать достаточно профессиональных людей, которые могли бы сделать, и фасад вам прослужит достаточно долго. А по поводу вот этого латочного, как я, например, называю, обшивки вот этой, потому что один дом обшит латками, точнее, одна квартира обшита, вторая не обшита, на стыке может ли быть так, что начнет там подцветать где-то в углу из-за перепада температуры, потому что, например, в верхних и в нижних квартирах температура ниже, здесь, где обшита, будет выше температура, и из-за этого углы могут там цвести и так далее? Хороший вопрос. Мы в этой связи делаем высоту утепления 3 метра каждой квартиры. То есть мы еще и соседям чуть-чуть? Мы перекрываем плиту, верхнюю и плиту нижнюю. Точно так же мы перекрываем и боковые плиты. Поэтому размер утепления меряется по фасаду уже готовому, сделанному. Для чего это надо? Для того, чтобы конкретно взятая квартира была закрыта и не было возникновений промерзаний, грибков в отдельно взятой квартире. А по поводу утепления таким способом, до которого времени это можно еще сделать? Потому что это только летом, только осенью, только зимой, когда это делается? Самое оптимальное время выполнения данных работ – это весна. Почему? Потому что погодные условия должны быть для выполнения таких работ температуры от плюс 10 до плюс 25. То есть и жара не нужна, и холодно. Жарко летом нежелательно, потому что сильно пересыхает материал строительный. Когда холодно, в осенне-зимний период наш регион подвержен дождям, поэтому не всегда высыхают фасады и начинают продолжать делать работы. Фактически, выполнение таких работ возможно до температур даже минус 5 при добавлении определенных присадок в клеющую смесь. А по поводу, вот, скажем так, при работе с подрядчиками для наших зрителей, какой-то, может, совет дадите, на что стоит обращать внимание, чтобы понимать, что качественно сделана услуга и как оно, где могут быть нарушения в самой процедуре? Ну, прежде всего, стоит пообщаться с самим подрядчиком работ, чтобы он показал как минимум свои работы, рассказал историю выполнения работ. Ну, рассказать можно много на сегодняшний день, да, но лучше показать и показать на конкретных объектах. То есть лучше всего, конечно, чтобы это была организация, у которой был бы свой офис, свой какой-то парк. Люди этих организаций должны соответствовать сертификации для выполнения данных работ. И тогда у потенциального заказчика есть гарантия того, что работы могут быть выполнены качественно, и то утепление простоит достаточно долго. А в среднем на обычную, скажем так, квартиру, да, сколько могут потратить от и до, скажем так, денег для утепления? И зависит это от сезона, то есть если это делать весной, летом, осенью? Весной цены немножко ниже. В данный момент двухкомнатная квартира обходится где-то 4-6 тысяч гривен. Это уже с хорошим материалом? Это с хорошего материала, да. То есть полностью уже все готово. А по другим материалам, если мы говорим, это утепление пенопластом, какими еще вариантами и по поводу этих вариантов? Что здесь, какие могут быть подводные камни? Есть
утеплители такие, я уже назвал в предыдущем, минеральная вата и экструдированный пенополистирол. Значит, что касается минеральной ваты, она также используется на фасадах, может использоваться на фасадах. Ее плюс в том, что она не горюча относительно пенопласта, и по коэффициентам теплопроводности они одинаковы, что пенопласт, что минеральная вата. По сроку службы минеральная вата должна, выхаживает от там, 30 до 50 лет. По пенопласту тоже дают срок годности от 30 там, до 40, до 50 лет, но у нас нет еще, скажем так, истории. Чтобы сказать, да или нет. Да, простоит ли оно столько. Ну, институты европейские проводили исследования о том, что, в принципе, пенопласт как утеплитель стоит до 40 лет. Если говорить о вате, то максимальный срок ее службы при правильном использовании, при правильном выполнении работ и эксплуатации где-то до 80 лет. А по поводу ваты, я еще видел варианты, и правда ли, и правду я ли видел, что и внутри тоже утепляют ватой, когда обшивку делают? Лучше всего это делать снаружи. Есть такой термин, как точка росы, который говорит о том, что когда мы закрываем фасад снаружи, эта точка находится на утеплителе перед стеной. Если мы фасад закрываем изнутри, то эта точка росы находится внутри в квартире, соответственно, и грибок уже есть внутри в квартире. То есть лучше делать так. Это тоже хороший совет как раз нашим телезрителям, что при выборе того или иного варианта. Ну и, скажем так, по срокам мы определили, что это до максимум там, 80 лет, но что может, скажем так, повредить? Ну, понятно, техническое повреждение, а какой-то еще уход нужен дополнительный за этим фасадом? Возможно, через 5-10 лет понадобится перекраска фасада. Но все зависит от отделки материала, который делается фасад, и от качества материала, изначально которым использовался, ну, скажем так, при первичных работах. Все швы, скажем так, я так понимаю, они тоже обрабатываются для того, чтобы не попадала влага между утеплителем и стеной, правильно? Швы перекрываются высотой утеплителя в 3 метра. Ну что ж, я думаю, что сегодня мы раскрыли спектр, что и как можно сделать точно. Самое главное, что сейчас в сезон, когда вот еще неделька есть без дождей, это точно, тоже можно выполнять эти работы. Да, конечно, у нас сейчас пик работ, поэтому будем... Главное найти подрядчика теперь, да? Да, качественно, чтобы можно, чтобы выполнили действительно работу и фасад простоял долго, потому что это очень важно. На самом деле не такие маленькие суммы люди выкладывают за эти работы, и поэтому фасад должен эксплуатироваться максимально долго. Мы говорили о сумме, если это будет ну, двухкомнатная квартира, то есть один хозяин, скажем так, будет утеплять себе квартиру. Если это делать массово домом, это дешевле, экономия на этом есть, или только экономия в плане энергии, потому что сохраняется энергия всего дома? Конечно же, если это будет коллективная заявка, то мы рассматриваем варианты, и будет действительно дешевле цена. Но, как правило, в нашем регионе почему-то очень мало домов используют такие виды услуг и скидки. Объединяются, как правило, 3-4 квартиры. Но на самом деле для того, чтобы получить максимальный эффект, нужно утеплять весь дом. Ну, будем надеяться, что ОСББ, которая так создается плавно в наших городах, в нашем городе, так в Николаеве уже с начала этой зимы. Пока что ни одно не работает. Да, будет как-то работать, и, соответственно, будет уже такие массовые, потому что эффективность все-таки есть, и эффективнее делать это коллективно. И дешевле, и, опять-таки, эффективнее по теплосбережению. Спасибо вам большое за то, что пришли сегодня к нам в эфир, рассказали об этих вариантах утепления. Я нагадую еще раз нашим телезрителям, что сегодня мы спілкувалися с Олексеем Рубожинским, экспертом с утеплением Споруте.